Внимание! Новая рубрика от Романов Бай. А вас не бесит? А вас не бесит? Эти орущие дети в самолете, которые демонстративно всем показывают, что им что-то не нравится, и зачем их вообще нахрен сюда посадили? А вас не бесит? Эти хождения по самолету пассажиров с выражением лица, абы походить туда и сюда. А вас не бесит? Эти ораторы-полиглоты, которые говорят что-то невнятное в трубку на нескольких языках. Ну вы поняли. А вас не бесит? Это турбулентность, от которой ты начинаешь непроизвольно танцевать сальсу, чачу, даже хип-хоп на своем сиденье в ожидании меня. Долго так колбасить будет? А вас не бесит? Эти люди в самолете, которые пытаются впихнуть свои чемоданчики размером с китайскую стену в борт самолета, которые явно сдаются целью впихнуть невпихаемое. А вас не бесит? Эти стюардессы, которые ходят туда и сюда по борту самолета, предлагая сэндвичи, бутерброды, чай, кофе по цене, по которой ты бы еще жил спокойно неделю. Короче, все бесит. Поэтому, если вам понравилась новая рубрика «А вас не бесит?», ставьте лайки и пишите в комментарии, что вас бесит больше всего на борту самолета. И внимание, не беситесь, нервы дороже. Нехер ставить машины там, где я еду. Да ну купай этот Лада седан по объявлению. Прости, господи. Да подожди, я еще не собрался. Здравствуйте, с вами я, Олег Бузов, и телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера в городских квартирах произошла минимальная потасовка между Никитой и Артемом. Минимальная потасовка, слышали? Кто писал эту чушь, увольте просто! Там такой винегрет был, просто что Хабиб и Макгрегор просто отдыхают. Но все обошлось с минимальными синяками у обоих ребят. Так что один, что второй поставить нормально не могут. Я твою мать, Бузов! Но самое интересное, что Кристина и Надежда никак не могли усмирить своих парней. Да они там ставки ставили кто кого. Да я сам тысячу рубасов на Никитоса поставил. И что? Что-что? Без обеда сегодня. И это был телепроект «Дом-2. Построй свою любовь». Ты что творишь? Я же тебе реально капот сниму, сука! Мама! En el colegio me pega! Ay, mi cariño! Lo sé! Lo he visto en YouTube! Алло. Шо? Шо ты спиздил? Валера, какой самоху... Не надо мне ничего тащить 2 часа ночи, я сплю. Пиздец. Валера вообще охуеванду в краянду, если честно. Я теперь не засну. Теперь мне нужен этот самогон. Не, ну заебули на бабули, конечно. Валера трубки не берет. Небось, нажрался уже как свинья и лежит где-то в кустах. Без меня. Пока Валера везут в очередной обезьянник, я вспомнил анекдот для вас. Бабушка и дедушка очень любили играть в прятки. Утром бабушка прятала самогон, а если дедушка его находил, то вечером уже пряталась бабушка. Это я как вспомнил, пили один раз с Валерой самогон. Так выпили, что как будто бы заново родились, понимаете? И не в прямом смысле этого слова. Просто нашли нас в капусте. А мы где? Валера, мы не спим. Ты помнишь, что мы вчера пили? Секс на пляже? Коктейль? Валера, секс на пляже, это не то слово с медицинским спиртом. Валера, где ты это спиздил? Как хорошо. Валера, мы не спим. Скажи мне одно. Зачем ты вчера упал в фонтан и разбил последнюю нашу бутылку водки? День ВДВ отмечал? Валера, вчера был день матери. А мы мать поздравили? Валера, мы не спим. Вопрос. А что за баба в коридоре? Соседка? А мы ее там случайно не... Слава богу. В смысле ты ее вырубил, Валера? И что она орала? Валера, мы в 3 часа ночи танцевали под лободах. Ой, Валера, чтоб я еще раз с тобой выпил. Пошел ты нахер, Валера. Я говорю нет этому дерьму!
12 баллов по литературе, ёб твою ж... Не-не-не-не. Да с такими баллами я поступлю только в МГШП. В Московскую государственную школу проституток. Ой, да срал я и мазал на это ЕГЭ. В следующем году сдам. Да у вас там все подстроено, у вас там все куплено. Вы просто хотите, чтобы вот эти руки работали на заводе. А вот хер вам. Мне пи***. Вот ЕГЭ вообще не показатель. Вот мне друзья хуже, чем я сдали. Ничего, бизнес империи строят. Да просто юриспруденция-то не мое. Пойду работать блогером. А чё, ТикТок сейчас в тренде жопы повилял и заработал. Да мама, я реально клянусь тебе своим аккаунтом в Инстаграме. Я реально учил целыми днями, ночи напролёт. Я не... Это не мои баллы. Отлично, так и скажу, может прокатит. О! Работа для тупых бездарей. Искать Минск. Это конец моей карьере, которая до сих пор даже не началась. Не, надо бахнуть. Не, там соринка попала, 100%. У меня не может быть 30 баллов, по-любому 50. Моей маме там на работе уборщица нужна была. Здрасте! А жахнуть фото на паспорт можно, да? А в какую дырку смотреть? Ой, а посмотреть, что получается, можно? Ой, вы же потом отфотошопите, да? Я просто вчера бухнул, как за всю страну! Ой, а может сразу фоточку в Инстаграм? Убьем сразу двух зайцев. Давайте. Только, пожалуйста, одно условие. Только не жирным. А то я помню, меня сфоткали на визу, так я 3 часа на границе доказывал, что я не сбежал с кондитерской фабрики. Я это хотел сказать, что... Да блядь! Только, пожалуйста, вот это лицо должно оказаться у меня в паспорте. Вот именно такое, да? Я просто заботе позитив.